копия какая-то обидчивая стала. Ты какая-то совсем цветная стала, слышь, злодейка. Пойдем покормлю. Я ей сразу орешки не дал, она все, говорит, не дал сразу. Я побежала. Я, говорит, побежала, говорит, пойду из кормушек есть. Никто меня, говорит, не любит. Злодейка. Пойдем, пойдем. Нормально, я тебя покормлю. Злодейку. Ты смотри, не убегай никуда. Не, она сразу ко мне прибежала. На рюкзак села. Иди сюда, копия, иди сюда. Вот злодейка какая, а. Это она специально делает. А я, говорит, это специально делаю, потому что я, говорит, злодейка еще та. Обиделась. Ты, говорит, обиделась. Солнце. Вот злодейка какая, а. Давай сюда. Пойдем. Надо же тебя гладить. А вот это зря. Женщина едет сюда с коляской. Это зря. Солнце. Вес у ней хороший. Вообще, я не ее ждал. Я ждал копию. Она в это время прибегает все время. Чуть попозже, может быть. Пойдем. Молодец, копия. Молодец. Почти дошли. Солнце, давай сюда. Молодец какая. Она вчера тоже прибегала. И копия, по-моему, прибегала. Но что-то мне не понравились видео, которые я снял. Какие-то они очень затянутые. Потому что копия какая-то бегала туда-сюда, бегала. Никак не могла определиться. И копия тоже как-то туда-сюда бегала. То возьму грибочек, то не возьму его. Да, я тебя поглажу. Какой у тебя интересная расцветка у тебя какая, а? Смотри, какая ты полосатая стала, как зебра. А я, говорит, зебра. Я, говорит, зебра. Смотри, какая я зебра. Зебра. Солнце. Молодец какая, а? Солнце. Подожди. Я все равно буду пытаться тебя кормить грибочками, потому что... А я, говорит, не буду грибочки есть. Потому что, говорит, я... Не такая, говорит, я не такая. У меня все ели, все буквально ели. Даже мальчики ели грибочки. Да еще с каким удовольствием ели. А вот это особо я, говорит, приближенная, говорит, к императору, говорит. Солнце, хорошая какая ты, а? Злодейка. Я специально оставил два кусочка морковки для копия, если она будет. Если будешь. Буду, говорит. А почему, говорит? Давай ешь дальше. Нет, говорит. Вот злодейка, да. Вот таких еще поискать, да. Это же надо же. Убежала. Сижу, говорит. Побежали, говорит, мы. Вверх ногами поедим, да. Вот злодейка какая. Копия, кто ж так делает-то, а? Да, вверх ногами, лишь бы не на рюкзаке. Лишь бы не на публику. Иди сюда!
Продолжим, продолжим. Не, он говорит, все, я, говорит, я наелась. И побежали, говорит, мы. Даже водички не попила. Вот злодейка какая, а. Иди сюда. Копи, копи, иди сюда. Иди сюда. Нет, говорит, не пойду. Не пойду, говорит, я никуда. Злая синица тут нарисовалась. Я, говорит, нарисовалась, говорит. И голубь нарисовался тоже. Я, говорит, тоже нарисовался. Ну ладно. А копи, что-то я там прилегла. Она прилегла. Я, говорит, прилягу, что ли, здесь? Почищуся. Нет, не буду, говорит, я здесь ложиться. Обиделась. Обиделась на меня за что-то, я не знаю за что. Но обиделась. Копи, иди сюда! Вот вчера то же самое было. Тоже на время тянуло. Я ей фундук ей давала, она ела. Злодейка какая, а? Она показывает, я, говорит, сама, говорит, без орешков, говорит, никто меня не любит, говорит, никто мне орешки не дает. Приходится самой в земле копаться, несчастной белке. Я же мать, говорит, у меня бельчата, а меня никто не любит, говорит. Это она мне показывает такая, да, что я вот такая несчастная, говорит, роюсь в земле. Иди сюда! Иди сюда! Копи, иди сюда! Нет, говорит, не пойду я. Ты какой-то злодей, говорит. Давай сюда иди. Давай сюда. Нет, говорит, недостойно так от меня. Побежала, говорит, я побежала. Ну все.